общем, поехали мы за цветочками. Сегодня 7 марта 2021 года. Поехали за цветами нашим девочкам, нашему коллективу. Нужно их поздравить с 8 марта. Это ЖК, в котором мы квартиру снимаем. В общем-то, сейчас приедем, покажем, снимем вам склад цветочный большой. Здесь, собственно, все это будем покупать, упаковывать. Васочки надо взять. Мы уже купили девочкам небольшие подарки. А где их не взяли все равно? Сзади лежат. Вот. Ну, и, собственно говоря. Ух ты, блин. Тупо засыпало. В общем, подарочки мы купили. Не купили только пакетики. В общем, еще упаковочные пакетики надо будет взять. Видим, сегодня часть коллектива поздравим, вторая часть коллектива завтра у них смена. Поверните направо, а затем поверните налево. Так. В общем, там небольшая очередь. Шлагбаум вот здесь вот за поворотом. Вот это. А, походу все едут за цветочками. Все заставлено, да, машины, да, эти вещи. Все, походу, за цветами действительно приехали. Шутка, мелко, да? Обалдеть. Сейчас пойдем с ними посмотри. Да, с разными вазами, декоративными элементами. Господи, для чего только нету. Дальний зал срезанных цветов, горшочных изделий. В общем, есть все, что хотите. Срезанных там цветах это там вообще просто великая давка. Ленточки, упаковки, все дела. И большие огромные очереди на оплату. У сотрудников спросила, сказали, на завтра будет ажиотаж жестче, чем сегодня. Thank you.
купили цветочки, засунули в машину. Очень красивые сиреневые тюльпанчики. Вот здесь получается все вот это здание, это все цветочная база огромная. Метров, наверное, 150 длину. Все, закрывай? Да. Там еще вон подарочки стоят за сиденьем. И на сиденье. А, да. Пакетики сейчас купим и поедем поздравлять. Так, ну все, погнали. Сейчас посмотрим, сколько это все удовольствие стоит. Сегодня 7 мая. Марта. А, марта. Так, вот она накладная. Так, европейский букет, тюльпан. Тут получается сбор, когда было флориста. Да, там идет за сбор цветов. Именно в букет плюс 50% к стоимости цветов. То есть просто покупаешь цветы, не надо отдельно покупать упаковку, ленточки, бумаги там всякие. Просто оплачиваем цветы. И когда выбивают непосредственно накладную вот эту, сразу говорить нужно, что нужно с упаковкой. И они просто делают плюс 50% к стоимости. Ты снимаешь мой рот? В общем, все вышло 10 букетов, вышло 14 847. Упаковка, если кому интересно, стоимость. Все, поехали. Приехали в торговый центр Коламбус, или как он там правильно называется. Вот, в общем-то, пакетики хотим здесь посмотреть. Уверена, что ажиотаж и чай еще будет в магазине тоже. По-любому все там в панике бегают, что же купить, там всем что подарить. В общем, сейчас посмотрим, что там будет. Вот мы вышли. Рассказывай, что подарили девочки.
А девочки подарили сертификат на массаж. Андрею и мне подарили сертификат на массаж на парный. Полтора часа каждому из нас будут делать массаж тайский. Завтра пойдем на тайский массаж. Вот он, автокомбинат. Раньше здесь машины делали. А сейчас все. Вот у нас одна рабочая тачка. Там вторая. Вот она. Еще одна на ремонте. Это наша. Так, все, на сегодня съемка закончена. Сегодня 7 марта, завтра будет 8. Завтра нас еще будут поздравлять на работе. Может, тоже что-нибудь снимем. Сегодня постараюсь все смонтировать и выложить на YouTube. Все, всем пока.